это дом номер 8. Дарят подарки родившихся в этом роддоме. 8-й роддом выдает роженицам огромные подарки. Итак, приехали с роддома. Посмотрим, что роддом подарил. Коробки. Распаковка. Бэби-бокс коробка. Открываем, смотрим, что там за подарки. Так, полная набитая коробка получается. Хорошо. Уже что-то гремит. Это уже радует. Погремушек целая куча разных. Сейчас посмотрим. Губки грыз. Мягенькие? Да. Да, мягкие, хорошие такие. А это что? Давай рассмотрим. Это губки для грызки. Они резиновые? Игрышка мягко набывна. Наверное, чтобы ручки не надо. Или что там? Да. Если не спорте. Ну. Погремушка. Ребенку понравится любому. О, это интересно. Мячик. Каталка такая, да? Причак. Так, еще многое другое. Игрушек дали. Хороший кулечек. Памперсы. Какой размерчик? Ну, 2-5 килограмм. Норма. Для пап, наверное. Нарисовали папу. Значит, памперсы — это хорошо. Следующее. Вот, что это? Памперсы Либера. Угу. С застежками. Штук 66. Угу. На вес. Какой вес? Двоечка. Вот. От 3 до 6 килограмм. Ну, как раз. Нормально. Это что? Вата, да, или что? Салфетки. Салфетки мокрые. Угу. Ну, вот вещь. И следующее. Что это? Накладки на груди, для груди, туда подставки такие. Угу. Да, молоко сочится. Угу. Чтобы не подтекало молоко на лифчик. Такие штучки специальные, прокладки для груди. Тоже хорошая вещь. Накладки. Это у нас масло. Шампунька. Пена и пенка. Шампунь и пенка. А что за фирма? Джонсон? Джонсон. Ну, хорош. Это разные фирмы получаются, да? Да. И это что у нас такое интересное? Носочки. Две пары. Термометр, рыбка, нужная вещь, нужная вещь. Термометр для воды. Угу. О, вообще маникюр ребенку делать. Главное, не острые концы с затупленными концами и хорошего качества. Термометр электронный, хорошего качества. Крем для сосков. Это уже для мамочки. Все предусмотрели. Молодцы. Что там еще? Еще пол коробки еще даже не посмотрели. Это что? Ой, много, смотри. Шапочки. Хорошее качество. Да, такие приятненькие. О, какая распашоночка. Одна. А это уже
кофточка с подгузничками, да, трусики, человечек. Человечек с ножками отвыкла, это коротенький летний вариант. Это ручки длинненькие, ножки тоже закрытенькие, да? Нет, открытые, открытые. Вот это уже закрытое. Хорошее качество, такое приятное все. Две пары, два комплекта. Два комплекта. Это каждому давали, да? Да, те, кто родил. Те, кто родил, ребеночку давали коробку. Продолжаем. На этом не останавливаемся. Это пеленочка. Угу. Тоненькая, да? Угу. Угу. Это у нас одеяльце. Ой, такое приятное, мягкое. Хорошее. Хорошее, хорошее. Еще пеленочка. Постельная. Постельная. Тоже молодцы. Ну, это что большое. Ну, разверни, посмотри. Еще расскажешь, что это. Ага. О, это простынька такая детская. Постельное белье. Красивое такое. Рисуночки такие придумали. А девочкам, мальчикам одинаковые коробки? Нет, у каждого разные рисунки. У каждого разные коробки. Они себе там определили, что кому. Такие цвета нужны для мальчиков. Девочкам наверняка поярче. Это под одеяльник. Под одеяльник белый. А вот это ой, одеяло дали, смотри, какое. Мягкое такое, большое, силиконовое или какое, ну, теплое. Дальше. Пеленка. Угу, тоненькая еще одна пеленка. Это уже третья? Да, вторая. Вот это что? Пеленка на такой штучке. Это какая-то как с клееночкой. Чувствуешь? Она, наверное, на пеленатор, наверное, потому что она такая мягенькая, сверху, а вон написано, что там. Пелюшка волого не проникне. Во, это наверное, когда купать. Угу. Потому что она не это. Не может, в ванночку вовнутрь стеля пеленка. Ну, посмотрим. Наверное. Еще вот такую зелененькую дали. Вот это после бани 100%. Да. Это вот головка. Для головки все, смотри, какое приятное. Такой конвертик. Хорошенький. Цвет приятный. А это что, матрасик? Угу. О! Еще матрасик есть такой. А эту коробку можно использовать как кроватку. Ставим матрасик. Если надо, переносная кроватка. Вон ручки специальные. Она плотная. Спасибо за подарки. Рожайте все и получайте радость и удовольствие. До свидания. Это была распаковка Baby Box. Ну, такие замечательные подарки получила каждая роженица 7-го роддома. Шампунька хорошая, с дозатором. Очень удобно. Видите?
бережный уход за новорожденным. Запахом или нет? Сейчас понюхаю. Приятно нежно так пахнет. Салфетки. Салфеток тоже нормальное количество. Упаковочка детские. Вот пока я вам показала другую, кроватку уже застелили. И можно ложить ребеночка. Но наш ребеночек спит в другой кроватке. Спасибо всем за внимание. Всем ставьте класс, класс, класс. Мне все понравилось. Вам, надеюсь, тоже. Вот такой карапуз должен спать в кроватке. Всем удачи, всем пока. Это наш одесский мэр постарался. Я вот достала, все посмотрела. Это одесский мэр города.